Гам ковид прививку от COVID-19. Это вторая у него. Как вы первую перенесли прививку? Нормально перенес первую прививку, пришел колоть вторую. Быстро, удобно и безопасно. В Щелковском торговом центре «Глобус» вместо ранее размещенного шатра, где граждане могли пройти вакцинацию от COVID-19, теперь открылся специально оборудованный медицинский кабинет. Он находится на втором этаже магазина, рядом с рестораном. Это специальная зона, разделенная перегородками для комфорта пациентов. Здесь любой желающий старше 18 лет может сделать прививку, имея при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Перед уколом вас осмотрит врач-терапевт, чтобы проверить, нет ли каких-либо противопоказаний. Это может быть, например, наличие острой респираторной вирусной инфекции либо обострение хронических заболеваний. Здесь удобно, близко от дома, народу немного. Поликлиника все-таки место сосредоточения заболевших людей. Сервис хороший. Пройти вакцинацию в гипермаркете «Глобус» можно по субботам с 9 до 14.00. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.